Шанти-шанти-рф, ляга ХРВ 600 из нержавейки на 600 мл. Но на ней написано сплав, но это абсолютно ни о чем не говорит на самом деле. Сделана она нормально, нержавейка здесь как будто миллиметр. Вот под моей рукой она немножко гуляет. И я, наверное, не буду, но вообще мог бы ее и промять, в принципе, да, без ничего. Вверх крышка, в общем, сделана она, ну, как это называется, вообще, и таким вот образом, примерно, как я это понимаю. Сверху подворот, губон, не трогает, пить из него можно нормально. Крышка, внутри полая по конструкции, как у термоса. Кольцо можно снять, но сидит оно очень плотно между двух пластиковых выступов. Скорее всего, само он никуда не улетит. Пластик, ну, опять же, как у китайских термосов, совершенно обыкновенный. Навряд ли он там какой-то без отвердителей, вредный для здоровья, траливали. Ну, просто пластик и пластик. Если вставить в палец, завинчивается он довольно легко, четко фиксируется. Завернуть дальше можно, но мы уже будем повреждать кольцо. Я бы так делать не стал, лучше вот довести, немножко довернуть и успокоиться. Можно держать за риски, но риски эти совершенно бестолковые, они скользят. То есть удобнее ставить палец. Плюс есть отверстие. Где-то миллиметра два примерно, может быть, три. Ну, три, наверное, для какого-нибудь паракорда, чтобы его привязать. В общем, фляга-фляга свою функцию исполнять будет. Сделанный выглядит нормально, по отзывам тоже все хорошо.